Ну вот так выглядит классическая велосирата, которая уже больше примерно 100 лет. Такие стержни, битые в скалу. По самой не могу. Сейчас, вот, я подожду, пока вы, наверное, перецепите, да? Можно сфотографировать. Я вот так, да. Техника проста. И чуть-чуть подбираемся по скалкам. И встаем на эти ребра. Пристежка. И далее ее. Листюшка и вверх. Очень важно грузить веревочку. Поменьше грузить естественного рельефа, потому что ему никогда доверять нельзя. Сначала пристегнись. Да. Всякий раз, когда ты чувствуешь, что он пристегнулся, перестегивайся. Ну. Отлично.